Дорожные аварии лидируют среди причин смерти. Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибают более 1 000 000 человек. На дорогах мира ежедневно теряют жизни 3400 мужчин, женщин и детей, когда идут пешком, катаются на велосипеде или едут в автомобиле. Около 50 миллионов человек в результате ДТП ежегодно получают травмы. Размер списка убитых ошеломляющий. Трагедия усугубляется тем, что в основном это молодые здоровые люди в самом расцвете сил. На дорогах России в 2019 году уже погибли более 50 тысяч человек, в том числе более 800 детей. Пугают своим значением и цифры нашего города. За прошедшие 15 лет аварии на дорогах Новоуральского округа унесли 58 человеческих жизней. Потери на дорогах подсчитываются в тот год, когда они произошли, а семьи погибших остаются со своим горем навсегда. Получившие глубочайшую моральную травму, в статистику не включаются. В Новоуральске прошел ряд мероприятий к этому дню. В городском храме панихида, где помянули всех новоуральцев, кто лишился жизни в автокатастрофах. Сам Господи, покой душу усопших ратуй, сезди ныне нами поминаемых и всех погибших в результате автомобильных катастроф. А у торгового центра «Территория» прошла акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП. Ее девиз – «Сохрани свою и мою жизнь на дороге». Ее главная задача – это привлечь внимание к ужасающим масштабам смертности на дорогах и к потенциальному риску всех участников дорожного движения. К сожалению, то, что произошло, уже не вернуть. Мы по себе знаем, как тяжело сообщать родственникам о ДТП, о том, что люди не пострадали, погибли. Для каждой семьи это большое горе. Такими акциями мы можем с вами, как минимум, привлечь внимание к этой проблеме. Проблема действительно общероссийского масштаба, и в наших с вами силах как-то повлиять на нее. К подготовке и проведению акции подключились общественные организации, госавтоинспекция Новоуральска, городские школы. ДТП, повторяю снова. Жаль, что выжил только один. То ли пьян, то ли скорость превысил. Все одно на дороге беда. ДТП – это страшное слово. Пусть не будет его никогда. Автоклуб «Драйв» профсоюзной организации неработающих пенсионеров пришли сюда для того, чтобы почтить память жертвам ДТП и сказать всем, что нужно учить и соблюдать правила дорожного движения, а также, особенно за рулем водителям, быть внимательными, не спешить. Надо повышать водительское мастерство и быть внимательным на дороге, взаимоуважаемым быть в этом дороге. Нужно максимально снизить риск попадания, особенно детей, в ДТП. Ибо дети – это наше будущее. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий. Среди основных причин ДТП – это превышение скорости, употребление алкоголя, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров, нарушение правил перехода дороги пешеходами. Мы призываем всех участников дорожного движения внести вклад в дело повышения безопасности на наших дорогах и сохранения человеческих жизней. Соблюдайте элементарные правила дорожного движения. Лучший способ отдать дань памяти погибшим – предотвратить новые аварии. 2, 3. Мы помним о тех, кого нет сегодня с нами. Свет, в один миг потухший свет. На дороге человек сбит машиной на лету. Смех, его звонкий детский смех, замирает в темноте, прогоняя суету. Нет, ничего уж не вернуть, провожают в дальний путь его школа и родня. Пусть снова осень и весна, но душа родных людей светлой памятью полна. Альбина Бабкова, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги.